Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы с вами узнаем несколько интересных фактов о самой знаменитой картине Питера Пауля Рубенса «Поклонение волхвов». Это произведение, полное драматизма и барочной величественности, таит в себе много интересных и неразгаданных тайн. Так давайте сегодня погрузимся в одно из самых известных и знаменательных произведений художника. Картина была написана в 1609 году, и она выражает надежды Антверпена на экономическое процветание после 12-летнего перемирия между Испанией и Республикой Соединенных Провинций. А вы знали, что тема поклонения волхвов была выбрана не случайно? Она символизировала ожидаемую выгоду, которую город мог бы получить после заключения перемирия. В период между 1628 и 1629 годами художник во время своего второго визита внес значительные изменения в данную картину, вдохновившись работами Тициана и добавив новые детали. Стоит заметить, что в картине художник использовал восточные символы. Например, добавил туда тюрбаны, верблюдов. А также стоит заметить, что художник изобразил больше даров, чем упоминается в библейском сюжете. Эта картина Рубенса – это не просто изображение библейского сюжета. Также это отражение тех политических и культурных реалий того времени. Она демонстрирует мастерство художника, его возможность видеть и показывать нам мир, который был и видел он сам. Спасибо за внимание и до новых встреч. Обязательно подписывайтесь и смотрите другие видео.